Сейчас мы запустим еще одно чудо информационных технологий – перископ. Потому что многие уже привыкли смотреть через перископ. Чуть-чуть у меня с прической сидит. Вот. Так что продолжаем нашу работу, друзья. Так. Что-то я сегодня... Вот. Так, Андрей, а ты у нас в этом самом, на вебинаре присутствуешь или только в перископе? Что-то я тебя не видел. Это самое. А то у нас там засланцы сегодня есть, чтобы с ними это самое, отключать их. А то я пока их выбрасываю, насколько могу. Но как трансформация этих засланцев, они сейчас уже стали маскироваться. Раньше просто заходили под какими-нибудь именами там. Вот, и это самое. А теперь заходят под нормальными именами, но пишут всякую там, так сказать, это. Вот, чупчик прикольный. Ну, что ж я буду делать? Не буду же я сейчас, друзья, прическу делать. Вот, так, извините, это. Придется так терпеть, так сказать. Сегодня я. Так, ну что, друзья, сейчас хотелось бы несколько. Что ж такое? Да ладно, нормально. Ну, надеюсь, что да. Мы уже тут все, друзья, все свои, поэтому я как бы это. Я потом, может быть, там несколько объяснений, почему у меня сегодня такой несколько потрепанный вид, поэтому, так сказать, это, друзья. Просто вчера долбанула температура прям вечером там под 40. И это самое, сегодня всю ночь, как бы это, и только утром к врачу сходил, вот сейчас что-то дали. Это самое. Лекарства. Сейчас что-то более-менее как бы так это отхожу, поэтому все-таки организм требует иногда отдыхать, так сказать, и здесь видно это. А с учетом, что у нас завтрашнего дня с Алексеем опять начинает такой прям очень серьезный марафон по именной работе с инвесторами, то покой нам только снился. Вот, друзья, значит, что хотелось бы реально сейчас на чем остановиться и на чем акцентировать внимание, это вот то, что сейчас Юницкий показал, и репортаж Михаила Кириченко с Марьиной Горки. Друзья, просто мы все к этому уже привыкли, мы все к этому уже относимся как к естественному, как бы такому процессу, и многие вещи просто не замечаем, но я прошу, чтобы вы четко понимали, что сейчас происходит. Вот первое, это вот станция наша, вот это первая анкерная опора, которая будет совмещена со станцией пересадки, и на первом этаже у нас будет, соответственно, музей SkyWay, где будут на табличках высечены все имена первых там инвесторов, которые пришли, это вот как раз первые, кто вошли в 2014, 2015, 2016 году, там никого, соответственно, не забудем, не сделаем, ну, в смысле, чтобы кто-то прошел незамеченным. Это будет обязательно. Вот. Но самое главное, друзья, что это пересадочный узел, он величиной всего 18 на 12 метров, и годовая пропускная способность этого узла 50 миллионов пассажиров в сутки. 50 миллионов, друзья, вот прошу на это обращать внимание, потому что многие люди, которые слышат цифру, там, ну, 50 миллионов, ну и что? Понимаете, что, так сказать, что такое пересадочный узел вот такой станции 50 миллионов тонн, вот 50 миллионов пассажиров. А когда начинаешь говорить, что, друзья, а у дубайского аэропорта, который находится на территории 100 гектар, которые там постоянно взлетают, садятся самолеты, у него пропускная способность 20 миллионов, то есть в 2,5 раза меньше, то становится несколько понятным, что эта цифра необычная. И когда Юницкий это произносил на экспертном совете Минтранса, что 50 миллионов, там некоторые подпрыгивали и начинали говорить, этого не может быть. И когда он расчетами показывал, рассказывал, что это все реально, то сразу у всех становилась следующая реакция. То есть, друзья, мы сейчас стоим на очень важном рубеже, очень важном. После всех презентаций, которые проводились уже года, десятки лет, после того, как был проведен Инотранс в Берлине, как проведены выставки в Беларуси, в Минске, когда все уже, сами машины готовы, сейчас создано максимальное напряжение, когда все ждут, ну покажите теперь. Это, друзья, тоже отчасти была наша задача, мы реально
подошли к тому, что теперь уже все говорят, не может быть. Это уже все, не потому что говорим, друзья, 29-30 ноября мы показываем. Сейчас все уже подошли к состоянию, мы хотим это увидеть. Этого не может быть, мы в это не верим, потому что то, что вы говорите, это нереально. Но мы хотим это увидеть. И это, друзья, как раз та задача, которую должна была выполнить. Поэтому сначала показали машины, сейчас, секундочку, у меня тут был звонок в перископе, и, похоже, перископ слетел. Да, перископ слетел. Сейчас, друзья, я его запущу еще раз. Извините, что отвлекаюсь, но все-таки у нас перископ такая сейчас важная вещь, тем более там уже тоже под 500 человек приходит, то есть штука такая-то. Нет, не хочет запускаться. Сейчас я его тогда перезагружу. Вот. И сейчас вот эта стадия, которая ожидаема и которая приходит к тому, что это надо увидеть. Но вот теперь, друзья, я вам про эту станцию, мы много говорили, мы много на ней акцентировали внимание. Сейчас увидели уже в репортаже, что идет утепление, идет остекление, там наверху уже идет, готовится к посадочным работам, по весне там будет высажен сад. Вот это тоже, друзья, все, весь вопрос идет, это тоже определенная, ну такая как бы подготовка, и вы помните, мы не раз уже говорили о том, что Юницкий принял решение нагружать станцию не бесполезным бетоном, а нагружать ее специальным почвой, обогащенной гумусом, для того, чтобы еще и сделать из нее, ну, скажем так, следующее направление, это использование полезной земли, которая поднимается из-под станции на станцию, и таким образом начинает совсем другое направление по землеотводам и землеиспользованию, и именно в том плане, что рекультивация тех земель, которые сегодня убивает автомобильная дорога. Потому что сегодня в Европе, точнее в мире под дорогами закатана территория, такие как там две территории Англии и Франции вместе взятые. Вот, то есть это огромные территории. Поэтому на сегодняшний момент задача Skyway — это не только запустить новую, то есть это экогенная технология, не техногенная, а экогенная. Ее задача и решать те проблемы, которые стоят сегодня перед, соответственно, перед цивилизацией, но и убирать те проблемы, которые создала нам наша предыдущая техногенная, соответственно, техногенная. Так, что-то у меня. Что-то у нас сегодня с перископом, друзья, не ладится. Вот. Что-то он сегодня не идет. Ну ладно. Техника на то, друзья, и техника, чтобы периодически давать сбой. Ничто. Да, тут Руслан пишет, да, перископ слетел, и наладить я его пока не могу. Вот, то есть не получается. Вроде пошел. Вроде пошел. Вот, теперь, друзья, касаемо вот этой легкой трассы. Я Алексея уже в первой части поправлял. Давайте вот немножко о ней поговорим, чтобы вы понимали уникальность той работы, которая сейчас делается. То есть фермы, которые идут для скоростной трассы, на которой сверху будет разгонный блок, то есть первый километр скоростной трассы, снизу будет подвешиваться именно та система, которая и легких контейнеров, и юнитреков, и юнибайков, и юнибусов. Это совмещенная система. Мы потом еще о ней поговорим, то есть это тоже уникальнейшая вещь, и эта ферма в дальнейшем при развитии скоростного Skyway, высокоскоростного, а потом гиперскоростного Skyway, она сыграет еще ключевую роль. Но это, как говорится, сейчас развитие технологии. А то, что Юницкий принял решение, причем очень быстро, это с точки зрения построить легкую систему, именно совмещенную городского юнибуса и легкого юнибайка,
Это абсолютно новая вещь, и она была реализована буквально за 2-3 месяца. Поэтому, когда какие-то нам бойцы невидимого фронта говорят, что у вас идут годами, что-то делается не видит, то, друзья, я могу сказать, что это, во-первых, вранье и поклеп, это просто кто не следит и не работает внутри нашей технологии, потому что сам Unibike год назад только возникла его концепция, потом прорабатывалась, разрабатывалась система. Полгода назад только было принято решение его изготавливать. 4 месяца назад приступили к его изготовлению, и он был готов прям буквально в последние там, недели перед Берлином и был продемонстрирован именно как действующая машина. Вот, соответственно, с такой скоростью. Так, тут опять, ну, друзья, давайте попробую перископ. Да, или слышно? Так все-таки слышно или не слышно перископ? Кому-то слышно, кому звук есть. Ну, давайте, друзья, у кого есть звук нет, у кого нету, потом посмотрите тогда. Так вот, друзья, изготовление самого подвижного состава и изготовление сначала промежуточных опор, которые стоят на расстоянии 40 метров, обеспечивая ровность пути. Но, друзья, я вам уже говорил, что Юницкий не перестает удивлять. Когда я увидел промежуточные опоры, Алексей, а поставь из репортажа Михаила, это вот где он стоит, а на заднем фоне у него стоит промежуточная опора, которая поднимает путевую структуру на высоту 20, там, 25 метров для того, чтобы сделать пролет 200 метров, 400 метров и еще 200 метров. Я, друзья, хочу на этом акцентировать внимание, что такое сегодня 200-400 метров пролета. Когда Виктор Бабурин презентовал технологию первому вице-президенту Сименса, и он первое рассказал, что это действующие машины, второе, что мы переходим к испытаниям, на что 2 раза получил вопрос, вы откуда, и третье, когда сказал, что готовится, уже сейчас монтируется в данный момент путевая структура, которая даст пролеты 200 и 400 метров. У него были вот такие глаза, он переспросил еще раз, сколько, вот, на что Виктор так скромно сказал, ну, в этом году мы дадим только 200 и 400 метров, а на следующий год уже к весне будем проектировать и будем изготавливать уже 800 метров, а в принципе теоретически есть возможность выйти на 1,5 и 3 километра одним пролетом без, соответственно, без увеличение стоимости путевой структуры. Друзья, что это значит? Чтобы вы понимали, в чем основная, ну, скажем так, фишка или изюминка того, что сейчас предлагается. Значит, это легкая городская система юнибусов, то есть это уже выходит из просто логики городского общественного транспорта, это переходит больше в логику городского лифта. То есть, когда вы перемещаетесь по горизонтали, по горизонту со скоростью 150 км в час. И подвижной состав позволяет перемещать одной линии 300 тысяч пассажиров в сутки. Это производительность сегодняшнего метро. Но со скоростью 150 км в час, а энергетические затраты на перемещение будут просто на порядок меньше. Но, друзья, если сегодня метро стоит уже в Москве до 300 миллионов долларов за километр, то здесь будет цена ниже даже не в 10, а в 100 раз дешевле. И второй момент, почему важны очень сегодня большие пролеты? Потому что для того, чтобы решить проблему сегодняшних мегаполисов, сегодняшних пробок, надо проходить через улицы, надо проходить через авиадуки, надо проходить через реки, надо проходить через, соответственно, путепроводы. Это инфраструктура, городская инфраструктура. Чтобы в нее вписаться, надо над ней иметь возможность. И вот именно высокие опоры и большие пролеты, они позволяют это делать. А вот теперь, друзья, посмотрите, это пролет, который обеспечивает 200 метров, который пойдет от танкерной опоры, потом 400 метров и следующие 200. Вы представляете, насколько простая эта опора, друзья? Это просто 2 столба, на которых сегодня вешаются вот все станции, которые связаны с сотовой связью. По прочности, по всему, это не намного дороже. То есть с точки зрения того, что уходят промежуточные опоры, эта цена такая же, как если бы она шла пролетами в 40 метров. Но, друзья, это
200, 400, а со временем 800, 1,5 и 3 километра пролета. И, друзья, и когда мы говорим, что эта трасса, которая может дать сегодня 400 метров пролет, обладает пропускной способностью 300 тысяч пассажиров в сутки, друзья, это не то, что революция сегодня с точки зрения городской инфраструктуры, это решение всех проблем. Поэтому сегодня мы, как Skyway, сегодня Юницкий, как инженер, создатель инженерной школы, может четко заявлять: мы в течение 5-10 лет можем решить все транспортные проблемы всех мегаполисов. Какая, друзья, еще технология или компания может сказать, что решит все проблемы? Метро никогда не решит, потому что таких денег не хватит. А эксплуатация метро сегодня в Санкт-Петербурге — это просто безумие, где замораживают и постоянно круглый год держат вечную мерзлоту для того, чтобы не смыло и не размазало это метро. Из Москвы, где ежесуточно выкачивают миллионы кубов воды, потому что его постоянно топят. Соответственно, авиадуки, которые сегодня, вы посмотрите, в Москве, вокруг МКАДа, на 5 магистралях строятся сегодня развязки. Всего 2 выхода для того, чтобы не было пробки при выезде с трассы. Они строят это уже, друзья, третий год. Это стоит безумных денег, и за третий год они еще не закончили. Но более того, они что, решат проблему транспорта Москвы, сделав эти развязки за безумные деньги? Нет, друзья. Так вот, сегодня технология Skyway, именно городского транспортного лифта, именно с помощью юнибусов, то есть вот этих вот небольших, где мы 17 человек в нем прыгали, ехали, который может перемещаться со скоростью 150 км в час, это решение всех городских проблем, всех мегаполисов. И это, друзья, не просто голословное утверждение, это технические расчеты, и сейчас идет подтверждение. И как раз специально вот для тех засланцев, которые сегодня говорят, что вы сроки сдвигаете, мы, друзья, говорили октябрь-ноябрь, сегодня все идет монтаж. И чтобы сегодня понятно было, если изначально мы говорили, и Юницкий говорил, что мы продемонстрируем одну эстакаду, где первый будет разгонный блок, где снизу будет юнибус, юнибайк и контейнеры, то сейчас, друзья, в экотехнопарке идет монтаж 4 трасс одновременно. Еще раз повторю, друзья, 4. Это городской разгонный блок, для городской блок разгонный, который является для скоростной системы, внизу подвезной юнибайки, юнибусы и контейнеры. Идет легкая система, которая отдельно работает и как городская система, и как юнибайк. И сейчас идет монтаж еще и грузовой системы, которая будет показывать 100-200 миллионов тонн одной путевой структурой. То есть это больше, чем сегодняшний трансит. И если это сказать, друзья, что идет сдвиг по срокам, или мы кому-то говорим и морочим голову, то, друзья, только в том плане, что возможности, которые закладываются, постоянно увеличиваются. Потому что год назад о том, что говорить, будет продемонстрирована система, которая позволит выйти на скорости 500 км в час, сейчас монтируется первый разгонный блок. Второе, то, что полный аналог воздушного метро с такими же возможностями по пассажиропотокам, но в 100 раз дешевле, друзья, не в 1, не в 2, не в 3, не в 10, а на 2 порядка дешевле. И второе, друзья, это возможность строительства городской инфраструктуры без мостов и путепроводов. Это, друзья, как раз то, что сегодня является уникальнейшим моментом. И те, кто понимает, специалисты, я говорю, первый вице-президент Симонсон сказал: когда вы это сделаете, покажите, я обязательно это приеду посмотреть, потому что то, что вы говорите, на сегодняшний момент нереально. Ну, друзья, можно говорить нереально, но опоры, которые стоят, путевая структура, которая сейчас делается, это монтаж уже идет, и на ноябрь месяц, уже на 29-30, ну, 28, 29, 30 мы собираем уже и политиков, и бизнесменов для того, чтобы это продемонстрировать и провести, это будет такая рабочая встреча, провести уже такое рабочее совещание с тем, что как делать дальше. То есть вы увидели, вот это все работает, давайте теперь обсуждать, как мы будем работать дальше. Но, друзья, произошел еще один очень интересный момент. Мы проводили недавно конференцию в Словакии, там были очень интересные люди, там бизнесмены, политики. И, в принципе, когда возник вопрос, а возможно ли вот этой системой сегодня делать контейнерные перевозки, ведь, по сути дела, вы видите, сейчас вот Михаил к нам стоит спиной, с левой стороны от него это высокий, это там, где будут пролеты 200-400 метров, а с правой стороны это легкие промежуточные опоры. Видите, они не очень сильно отличаются от обычного фонарного столба. То есть это просто обычный фонарный столб, вот, соответственно, но пропускная способность 300 тысяч пассажиров
в сутки. Так вот, друзья, теперь представьте, что вдоль всех европейских дорог стоят вот такие вот опоры, на них один легкий путь, и по которому едут наши уже не юнибусы, а просто контейнеры, и которые перевозят. Так вот, сегодня мы можем заявлять о том, что инженерное решение Юницкого, которое создала школа, которая сегодня работает, она позволит все фуры убрать с дорог Европы. Вы просто понимаете масштаб того, что сегодня какое делается? Когда европейцы, друзья, это услышали, у меня были такие глаза, она говорит, мы хотим, особенно из Словакского университета технического, с кем у нас соглашение, они говорят, мы готовы это выносить на уровень стратегии развития Европы, потому что сегодня для них основная проблема – это фуры на дорогах. Это основная загруженность, это основные аварии, это основная проблема сегодня – это фуры на дорогах. И мы готовы дать решение, сегодня уже продемонстрировал, что в течение 5 лет можно все фуры с дороги убрать. Хотите убирать, друзья, убирайте, вот вам решение. Вот оно. Стройте, делайте эти контейнеры, да, то есть наш юнибайк, он не будет вести целиком контейнер. Зачем? Это четверть контейнера. Ну, значит, 4 юнитрака будут вести, соответственно, столько везет сегодня один 20-футовый контейнер. Ну и что? Ну, они могут идти с интервалом в полсекунды. Соответственно, перевозки, друзья, объемы будут такие одной трассой, которая сегодня всем фурам вместе взятым даже не снилась. Дальнобойщики будут бастовать. Ну, наверное, будут, ну и что, они бастуют, то у них там Платон работает, то еще что-нибудь. Соответственно, такая судьба, друзья, когда вошли железные дороги, в России было более 2 миллионов лошадей, это была мощнейшая отрасль, которая содержала, то есть были покосы, косили сено, делали телеги, содержали лошадей. Пришла железная дорога, и она все это изменила. Почему? Потому что ну, это эффективнее и выгоднее. И поэтому, друзья, если мы говорим, что мы убираем фуры с дороги, мы решаем какие задачи? Мы перестаем сжигать сотни миллионов тонн нефти для того, чтобы этим не дышать. Мы перестаем убивать тысячи, сотни тысяч людей, которые гибнут сегодня в автомобильных катастрофах. Мы делаем более дешевую доставку и более безопасную среду существования. И сказать, что дальнобойщикам из-за того, что они потеряют дорогу, мы это не должны делать, нет, друзья. То есть мы должны их обеспечить другой работой. Пускай строят эти трассы. В ближайшие там, год, два, три, пять надо будет строить миллионы километров дорог. Пускай переквалифицируются из того, чтобы крутить баранку, для того, чтобы строить трассы. Пожалуйста, это будут сотни тысяч, миллионы... Может, полминуты, а не полсекунды. Нет, друзья, я не оговорился. Скорость 150 км в час, это значит, на 40 секундах у нас будет расстояние меньше полсекунды. Так что, друзья, я по цифры довольно-таки точно говорю. Вот. Там для того, чтобы быть полной безопасности, может быть, до 1,5 секунд между блоками. То есть, но, в принципе, при максимальной загруженности будет меньше секунды. Так вот, друзья, вот сегодня подходим. Так вот, то, что мы сейчас делаем, и то, что вы, друзья, увидите, и сегодня строится, почему мы об этом, друзья, сейчас говорим? Потому что через месяц вы это все увидите. Так вот, для того, чтобы вы хоть понимали, и те, кто сегодня с нами пытаются спорить, чтобы вы понимали, что увидели, я сейчас начинаю говорить, что строится перевалочная, пересадочная станция с высокоскоростного на городскую систему, то есть с 500 км в час на 150 км в час, с одной станции, друзья, одной станции, еще раз повторю, это 50 миллионов пассажиров. И, соответственно, одной веткой это 300 тысяч пассажиров в сутки, которая может решить все транспортные инфраструктуры любого мегаполиса. Потому что пролеты сейчас демонстрируются 200-400, как вы понимаете, надо слона есть по частям. На следующий год будет демонстрироваться 800 километр, дальше при необходимости будут пролеты до 1,5-3 километров. А я у Антона Эдуардовича спрашивал, Геннадий Анатольевич, а какая теоретически возможная максимальный пролет, который он будет? Он говорит, ну в принципе он рассчитал до 5 километров. Друзья, до 5 километров одним пролетом. Понятно, что это будет провис, понятно, что это может быть только где-то в горах, там, где между двумя вершинами проходит, но это рынок сегодня, друзья, просто неограниченный. И когда нам говорят, у вас ничего не происходит, или что здесь вы такого инновационного показываете, друзья, я вам могу сказать, что здесь все инновационное. И само утверждение, что можно решить все транспортные проблемы сегодняшнего мегаполиса с точки общественного транспорта,
Второе утверждение о том, что можно убрать все фуры, которые сегодня являются основной проблемой транспортной инфраструктуры и Европы, и Америки. Мы их можем убрать сегодня с трасс и заменить на автоматизированные линии сегодня Skyway, Юнибусов и Юнитраков. Это, друзья, утверждение, которое пускай попробует кто-нибудь еще сделать. И с учетом, что строительство трасс будет просто не в разы, а на порядок и на порядки дешевле, чем сегодняшние автобаны, чем сегодняшнее метро, скоростная железная дорога, а перевозка будет дешевле и более качественной. Поэтому, друзья, мы подходим к новому сегодня этапу перевозки и дел. Соответственно, про юнибайки, друзья, что дальше будет происходить, как он будет дальше развиваться, это, как мы обещали, мы сделаем специально доклад и специально презентацию в Юрмале, вот, обязательно покажем в перископе. Я могу сказать, то, что ожидает наш юнибайк, и то, что вы слушаете, многие сегодня даже не догадываются. И юнибайк нас на ближайшее время не перестанет туда удивлять. Он будет давать все нам новые и новые возможности, и когда оценить, то есть реально оценить, что такое юнибайк и какую роль он дальше сыграет вообще в развитии всей цивилизации и транспортной инфраструктуры, сегодня оценить, наверное, не могут никто, за исключением нескольких футурологов, которых мы с Алексеем представляем, естественно, разработчика инженера, потому что все это придумал, сделал и реализовал инженер Юницкий, но мы его не называем сегодня футурологом, потому что, друзья, это не совсем правильно, потому что футурологи, мы можем описывать то, что будет, а инженер Юницкий, он это создает. И в этом плане между нами принципиальная разница. Юницкий – это инженер, который это проектирует и строит и создает, а мы – это те, кто продвигает, популяризирует и рассказывает о том, что и как будет работать. Естественно, друзья, что цель и задача у нас здесь такая, для того, чтобы популяризировать, привлекать внимание к проекту, и в конечном итоге, друзья, это приход инвесторов, за счет которых сегодня и строится и экотехнопарк, и создается технология, и вообще развивается проект Skyway. Ну вот, друзья, это то, что я хотел акцентировать сейчас вот на том, что было показано, сделано, чтобы вы четко понимали, и тот, кто сегодня говорит, ну рассказывайтесь, в чем сегодня инновационность. Ну вот, друзья, я могу сказать, что здесь не просто инновационность, а никаких близко аналогов нет, и я вам могу скажу, в ближайшее время даже не может быть. То есть ни одна другая технология близко не может подойти к тем характеристикам, которые сейчас делаются. И как раз Юницкий почему в первую очередь стал показывать и строить не ферму, который является разгонным блоком для скоростной, а именно сейчас легкую прогулочную трассу и легкую городскую трассу, для того, чтобы показать максимальные преимущества Skyway. Потому что когда мы покажем 200-400, чтобы было понятно, мост, вантовый мост, который будет выдерживать такую машину и который будет обеспечивать такую пропускную способность, стоит миллиард долларов. Миллиард. Это просто мировые расценки. Посмотрите, сколько стоит вантовый мост с пролетами 200, 400 и 200 метров, то есть длиной 800 метров. У нас на Дальнем Востоке умудрились мост построить там почти за 4 миллиарда. Но это, друзья, наша реальность. У нас всегда чуть-чуть отличается. Так вот, а здесь это, друзья, без удорожания путевой структуры можно делать мосты. Значит, дальше, когда нам скептики скажут, ну, подумаешь, вы показали 400 метров, это и дураку понятно, дальше будет показано 800 метров. Вот это, друзья, уже просто нереально. Ну, а когда будет показано 1,5 километра, здесь, я думаю, друзья, все разговоры будут закончены, потому что сегодня вантовый мост, который делает один пролет, 1,8 километра, он стоит более 15 миллиардов долларов. То есть, чтобы вы понимали, соответственно, сравнение. А у нас это, друзья, часть технологии, которая абсолютно не влияет на удорожание. Более того, когда пойдут уже большие пролеты и будут стоять не просто две опоры, а будет стоять здание, там 200-300 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, то я могу сказать, что у нас цена путевой структуры будет равна нулю, потому что коммерческая прибыль, которая будет от этой недвижимости, ценой вот этого лифта можно будет пренебречь. И это тоже, друзья, абсолютно правильно, потому что мы не зря вводим сегодня термин «городской лифт», потому что вот задам вам такой вопрос, прежде чем передать слово Алексею. Вот вы когда покупаете квартиру или вы интересуетесь ценой в квартире, вас интересует, сколько стоит один метр лифта в этом доме? Даже не весь лифт, а просто вот когда задают вопрос, сколько стоит километр вашего пути. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь? Так вот, я сейчас говорю, когда вы покупаете квартиру, вас не интересует, сколько стоит один метр лифта.
Это вообще непонятно. Вам будут задавать вопрос, а кабину сюда включать или не включать? А подъемную машину? А обслуживание? То есть давайте все-таки уточним, что вы хотите узнать. Вы хотите узнать, сколько будет стоить квадратный метр вашего жилья, вообще сколько будет стоить у вас квартира и сколько вы будете платить за проживание в этой квартире. Вот это действительно, друзья, интересующий вопрос. Так вот, когда мы выходим в логику, что сегодня Юнибус становится логикой городского лифта, то есть вы из любой точки, в любую точку можете проехать с одной пересадкой за 10-15 минут для такого мегаполиса, как Москва, и заплатить за это просто копейки, то это становится другая логика, друзья. Поэтому задают вопрос, а почему у вас там нет кресел? Там есть два посадочных, ну, это или инвалиды, или беременные женщины, больные, то есть чтобы кому-то можно было сесть из этих 14 человек, которые едут, что двое, если вдруг себя плохо чувствуют, могли посидеть. А другие, друзья, для других зачем? Вы когда в лифт сегодня заходите в высотном здании, вот сегодня там 100-200 этажей, кто ездил в этих лифтах, ну там лифт идет иногда по 3-5 минут. У вас возникает вопрос, а почему дивана или кресла нету в лифте? Да нет, наверное, 3-5 минут можно и постоять для того, чтобы подняться на 100-й или на 200-й этаж. И, соответственно, правда, уши иногда закладывают с такой скоростью, как он поднимается. Вот, соответственно, можно и постоять. Вот точно так же здесь логика. Когда вы садитесь, и вам за 5 минут вы проезжаете там почти 15 километров, а потом пересаживаете в другую, вы за 15 минут можете проехать в любую точку там, такого мегаполиса, как Москва. Зачем вам там кресло-то? Зачем вам там сидеть? Вы что, 5-10 минут не можете постоять? По-моему, это вполне логично. А дальше логика, по этой же трассе ездят юнибайки. А вот в юнибайке, друзья, то, что вы будете делать и какой комфорт вам будет представлять юнибайк, это мы будем обсуждать отдельно. Это, друзья, как раз на Юрмале и на наших последующих именно футурологических представлений. Ну все, друзья, я считаю, что ту задачу, которую сегодня мы ставили, акцентировать внимание на том, что мы сегодня показываем делать, мы вам покажем, мы вам показали, сделали. Ну а я, как всегда, передаю Алексею. Алексей свой взгляд, всегда свои дополнения и предлагаю его. Благодарю, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, дорогие друзья, кто только присоединился. Ну, действительно, как бы Сергей Анатольевич сегодня вот насчет транспортного лифта более чем наглядное сравнение привел. И я прямо записал, честно признаюсь. То есть это ответ на вопрос, почему не будет кресел, почему в основном стоячие места. Да, действительно, Анатолий Эдуардович еще полтора года назад, когда еще в SkyWayInvest Group мы были на экскурсиях, и Анатолий Эдуардович много интересного рассказывал. Говорил о том, что, в принципе, концепция города должна сводиться именно к быстроте и комфорту перемещения. То есть максимум за 3-5 минут можно будет достичь из любой точки города в любую желаемую. То есть это будут, естественно, пересадки, но вы эти пересадки не будете замечать. То есть если это будет, соответственно, там разные есть варианты городов, то есть сферические и такие прямоугольные, разные концепты, но все же останется неизменным то, что за 3-5 минут можно будет добраться. Чего не скажешь о современных городах. То есть тут счастьем можно считать, если за 15 минут вы добираетесь, нарушая все правила, причем и ставя под угрозу свою жизнь на первом уровне, неважно, к какому вы автомобиле перемещаетесь, либо на Bugatti Veyron, либо на каком-то супер-пупер Мерседесе с коэффициентом аэродинамики 0,22. Либо, как говорят сейчас, возможно, автомобили будут летать на третьем уровне, то есть вот летающие автомобили, а наш третий уровень, это немножко другой третий уровень, мы можем сказать, что это также не выход. Хотя, опять же, сейчас активно за всеми этими трендами следим, и уже обучение на права на летающих автомобилях, так как весь мир движется в логике беспилотного управления транспорта первого уровня. И, естественно, все понимают, что проблемы, несмотря на то, что транспорт станет более экономичным, я имею в виду про первый уровень, транспорт станет более компактным, мобильным. И я хотел бы остановиться на очень интересной теме, каким образом самоуправляемые машины изменят города в ближайшие несколько 10 лет. И
соответственно, привести аналогию, в чем мы согласны, в чем мы не согласны. Вот журналист Билл Мерфи, младший для издательства Inc., написал колонку по футурологии. Это замечательно, что такие тренды развиваются, потому что во многом мы с ними согласны. То есть это меньше несчастных случаев и смертей. Действительно, это так. Действительно, автомобили смогут пообщаться, коммуницировать друг с другом с помощью интернет-вещей, с помощью big data, объема больших накопленных данных. А сейчас мы также будем закладывать именно логику криптографии, логику абсолютно защищенной системы. И на одном из следующих вебинаров мы вам расскажем, почему сеть Transnet, это будет не просто единой информационной транспортной сетью, это будет международной сетью национальной, международной, именно повторяю, безопасности. То есть, соответственно, это будет безопасный обмен данных. Это будет безопасное перемещение, и никакие угрозы, которые сегодня мы видим, встречаем, и это сплошь и рядом происходит, соответственно, вот мы видели вот эти вот действительно страшнейшие события в аэропортах на Бельгии, в Париже буквально вот при всех, то, что автомобиль первого уровня стал жертвой как бы серьезных атак. И на втором уровне это будет сделать как минимум сложно. Естественно, автомобили смогут двигаться плотнее друг к другу. То есть мы с этим также согласны, именно говоря про логику транспорта первого уровня. Но перенося на второй уровень, как Сергей Анатольевич сказал, что минимальный вообще интервал движения друг за другом. И действительно, как бы это сократит затраты, увеличить плотность рынка, то есть максимальное количество людей будут пользоваться этими транспортными городскими лифтами, и, соответственно, вначале они будут готовы за это что-то платить, а потом в один прекрасный момент мы им скажем, что, ребята, теперь платить либо вообще не надо, либо минимальная оплата, так как у нас большая часть окупается за счет сферы услуг. Это сейчас мы видим и в Facebook, это сейчас мы видим и в Google, и в Alibaba. Кстати, меня поразило то, что Alibaba тоже начали двигаться, ну, кто в курсе о наших вебинарах, Alibaba тоже начали двигаться в логике развития беспилотных транспортов. И к 2020 году, как максимальный такой срок, они постараются презентовать беспилотный автомобиль. Представьте, насколько мощный тренд задал Анатолий Эдуардович Юницкий. То есть Анатолий Эдуардович пробивает эту действительно вот мощную стену непонимания и закладывает фундамент технического прогресса и зажигает 70-х годов. Почему зажигает? Потому что я хотел бы, чтобы каждый понимал, что в технологической сфере, в экологической сфере и во многих других сферах Анатолий Эдуардович, естественно, является Прометеем. То есть он приносит действительно огонь новой технологии, которая из искры вот этого огня новой технологии начнут загораться совершенно новые веяния, совершенно новые бизнесы. И, соответственно, это, как мы позиционируем, основа новой будущей мировой экономики. В городах сократится доход от транспортных налогов. Да, так действительно будет, и в этом мы согласны с транспортом первого уровня. Но сократятся налоги, но повысятся заработки и прибыль именно от сферы услуг. И вы не представляете, насколько множество услуг появится на транспорте второго уровня. Это как раз-таки то, что невозможно сегодня в первом уровне, потому что как раз-таки все строится вокруг транспортных налогов. И почему мы платим, допустим, транспортный налог за наши автомобили? За право пользования вот этим действительно неэффективным способом передвижения, за правом перемещаться в виде одной единицы и затрачивать в общем понимании миллионы тонн нефти на именно производство топлива, на использование топлива. Это, естественно, все нивелируется при применении технологии Skyway.
И автомобили фактически уже не будут зависеть от обычных видов топлива. То есть логика электромобилей первого уровня именно говорит про использование электричества. Но, опять же, электричество, автомобиль первого уровня не может использовать ветровую энергию. То есть у нас можно на путевой структуре поставить ветряки, также они будут вырабатывать электроэнергию. Не везде, так скажем, автомобиль может использовать даже солнечную энергию. У нас на промежуточных опорах, и вы видели эти концепты, можно поставить солнечные батареи, и они будут вырабатывать ту необходимую электроэнергию, которая будет использоваться для перемещения. Естественно, не забываем фитнес-энергию. То есть это то, что мы представим вам в Риге. Это запитка с помощью фитнес-упражнений, фитнес-движений. Сейчас мы закладываем как кручение педалей, но поверьте мне, этих упражнений, этого комплекса станет намного больше. Соответственно, выработка 1,5 киловатт произойдет еще за меньший промежуток времени, чем это происходит сейчас. А Анатолий Эдуардович сравнивал и приводил статистику 1 миллиард юнибайков. Соответственно, сможет избежать использования 45 чернобыльских АЭС. То есть это фактически больше, чем вся современная атомная энергетика. И в чем мы согласны, дорогие друзья, в чем мы абсолютно согласны с этим человеком, и это мы вам говорили на вебинарах. Нужно сравнить, кстати, когда этот человек написал статью, что в более отдаленном будущем логистика станет еще более эффективным, и у каждого человека, внимание, вспомните, что мы вам говорили на вебинарах, то есть это действительно тренд. И это тренд, который прочувствовал Анатолий Эдуардович, создав Unibike. Это собственная капсула, которую будут передавать друг другу самоуправляемые автомобили. Таким образом, они будут обеспечивать наиболее рациональное использование транспортных ресурсов. Наиболее вообще эффективное движение. И как раз-таки Unibike, Unibox, неважно, как мы это называем, это та самая концепция. Это ваше универсальное мобильное пространство, которое будет лично ваше. Это ваша капсула, которая будет перемещаться между различными уровнями. Как мы говорили, то есть в начале это легкая прогулочная, совмещенная с городским пассажирским транспортом. То есть фактически это аналогия воздушного метро. Я привожу сравнение вот с фонарными столбами и так далее, потому что Род Хук также привел сравнение с фонарными столбами. И для кого-то, для понимания, мозг не готов воспринять информацию, что да, действительно, до 50 миллионов человек в год можно будет перемещать. И это действительно 10-е место по загруженности аэропорта. Я думаю, сейчас еще выше поднялся дубайский аэропорт. Это всего лишь одна станция. Таких станций может быть несколько в одном регионе, если нам нужно обеспечивать более серьезный пассажиропоток. И, соответственно, с легкой прогулочной, совмещенной с городской пассажирской трассой, вот с этих действительно супер легких по сравнению с современным монорельсом и так далее, опор и предварительно напряженной конструкции, по которой будут перемещаться наши высокоаэродинамичные подвижные составы, все будет потом перемещаться, то есть это логика именно трансформации движения и трансформироваться, соответственно, уже в скорости 500-600 км в час. Далее, как мы уже вам говорили, закладывается отработка технологии и третий уровень скоростей, гиперскорости 1000-1200 км в час, его невозможно закладывать и невозможно построить, не отработав высокоскоростную трассу, потому что потом уже будет отрабатываться технология перемещения в фарвакууме, то есть это достижимые скорости 1000-1200 км в час. Это то, что сейчас стараются сделать Hyperloop, но, к сожалению, у них на выставке стулья с очками виртуальной реальности и небольшие как бы плакаты. Но, несмотря на это, понимая инженерное решение, Анатолий Эдуардович уже над этим работает. И, соответственно, вот эта отработка гиперскайвея будет основой и платформой. То есть у нас цикличное развитие. Начали мы с ОТС, потом
перешли на более экономичный и более простой в строительстве транспорт, струнный транспорт, который мы сейчас демонстрируем. И обратным счетом мы отработаем все этапы технологии, и отработав уже гиперперемещение, я уверен, что в 19-20 годах, ну, это чисто вот мое сугубо мнение, может отличаться от действительности, мы уже будем отрабатывать вот эту технологию, и это будет основой уже для формирования того, с чего Анатолий Эдуардович и начинал. Это будет основой для формирования общепланетного транспортного средства. Если кто-то сейчас будет заявлять, что, к примеру, Hyperloop, мы построим вакуумную трубу, у нас будет перемещение 1000-1200 км в час, это либо займет у них огромное количество времени, затрат, инженерных ресурсов, человека, часов, то есть будут вбуханы миллиарды долларов, и не факт, что что-то появится. И мы постепенно, отрабатывая технологию и переходя с одного этапа на другой, и эту дорожную карту выстроил Анатолий Эдуардович, являясь помимо Прометея сегодняшней современной технологии транспортной, инфраструктурной, энергетической и других видов, также являясь действительно очень серьезным стратегом. То есть он выстроил развитие корпорации Skyway буквально не на 5 лет, как на 5 лет обычно выстраивается прогнозирование, но уже с размахом 20, 30, а то и 50 лет. И вот это, дорогие друзья, и есть настоящая футурология, это практикующая футурология, и самым главным футурологом, самым главным визионером является Анатолий Эдуардович Юницкий. Это действительно замечательно, когда вы имеете возможность инвестировать, все мы имеем возможность инвестировать в то направление, которое помимо формирования десятков тысяч адресных проектов по всему миру, от которой будет, соответственно, происходить рост стоимости обязательств в будущем, очень серьезных активов и акций, как я обычно говорю, делаю такую присказку. Но и далее формирование за счет уже получения каких-то денежных средств от прибыли в виде дивидендов, либо продажи части акций, реинвестицию в то направление, которое уже головная компания закладывает. Это действительно нонсенс. И это действительно нонсенс в венчурных проектах. Еще я вам хотел бы сказать, дорогие друзья, то, что 28-29 ноября это не для всех мероприятие. И искренне могу сказать от чистого сердца и с открытой душой, что там ждут людей, которые будут инвестировать как минимум от нескольких сотен тысяч долларов, а лучше как минимум от миллионов долларов. Там будут представители, такие как, естественно, наш самый главный партнер и, можно сказать, самый главный друг, товарищ и союзник Анатолия Эдуардовича Юницкого – это Род Хук. Это топ-менеджмент компании Auricon, которые являются нашими главными строителями, проектантами. Их выбрал Род Хук, и также на головную компанию это распространяется. И те люди, которые уже будут участвовать в первом раунде инвестиций. И тут, дорогие друзья, я хотел бы ввести логику. Обязательно объясняйте это тем людям, которые будут присоединяться. Это тоже инновации, это ноу-хау вообще в венчурном инвестировании. Я этого не видел никогда и нигде. Обычно, как происходит в венчурном инвестировании? Обычно происходит seed stage, то есть стадия посевного инвестирования. В ней участвуют знакомые, родственники, то есть, ну, в буквальном смысле, наш краудинвестинг, партнеры, то есть передача информации человека к человеку. Ну, естественно, как бы венчурном инвестирование, суть сетевого построения корпорации не используется. Это также наше ноу-хау, нашей инвест-проводящей системы. И далее, как проходит seed stage, то есть посевная стадия, наступает новый раунд. Это первый раунд уже действительно крупных инвестиций. И в обычном венчурном инвестировании, дорогие друзья, вот seed stage прошла, активы какие-то приобрели эти люди. Причем там от 50 долларов инвестировать фактически невозможно. Там речь идет от сотен тысяч долларов обычно. И потом, самое интересное, как только мы достигли первого раунда, уже seed stage, все,
инвестировать не может. Эти люди либо инвестируют повторно на второй раунд, и более мелкие инвестиции, они просто прикрываются. Мы же идем в противоположную логику, и сейчас, несмотря на то, что уже будет проходить 28-29 ноября первый раунд инвестиций, если говорить в логике венчурного инвестирования, а что значит первый раунд, еще повторюсь, это действительно крупные инвестиции. И более того, теоретически может произойти так, что до первого раунда мы услышим грандиозные новости по поводу серьезных инвестиций, которые побьют наш сегодняшний рекорд. Это 330 тысяч долларов от одного человека. Но ожидаем новости. То есть свершится, свершится, не свершится, ожидаем далее. И что очень примечательно, те люди, которые сегодня инвестировали, наоборот, компания их будет поощрять. То есть вы увидите те пакеты, которые seed stage, то есть посевная стадия, я напишу в чате, это от слова зерно, то есть это именно закладывание фундамента. И те люди, которые заложили фундамент, дорогие друзья, это все активисты, все первые десятки тысяч людей, которые присоединились, начали развиваться на первых этапах, вот вам как раз-таки будет поощрение очень интересное на следующем этапе, и вы увидите уже в определенных пакетах, в названии которые вы увидите в своих личных кабинетах уже на восьмом этапе. Это действительно вообще вот революция в венчурном инвестировании. Это правильная логика, потому что те люди, которые на ранних стадиях входят, они должны иметь возможность также привилегированных условий инвестирования и добавления в свои активы, в свои пакеты на более поздних стадиях. У них может быть не такие достаточные количества денежных средств, как входят крупные инвесторы, но они это начали. И вот этот тренд мы, дорогие друзья, в венчурном инвестировании как раз-таки закладываем. Я думаю, что об этой модели еще напишут не одну статью. Ну а передавая слово Сергею Анатольевичу Сибирякову, я хотел бы напомнить про форум в Риге, где произойдет множество выступлений всех руководителей, как Skyway Capital, так и головной компании. Там мы представим, как практикующие футурологи, уже концепцию Sky Fitness. И я хотел бы вам показать очень цепкую, емкую, чуть не забыл на самом деле, визуализационный видеоряд того, что происходит с человеком, который, собственно, является вице-чемпионом мира прошлого года по натуральному бодибилдингу. Это наша звезда восходящая Skyway Адриан Кармосе. И на самом деле Адриан с фурором буквально вот 15 числа прошли соревнования. И когда я был в Германии, он мне написал, спросил, как там все дела в Германии. Сказал, что я выиграл, я победил с большим отрывом. И благодарим за вашу веру. И сегодня вот буквально перед вводным вебинаром мы с ним общались. Я ему задал вопрос. И это действительно, дорогие друзья, тоже сила инвестпроводящей системы, сила краудинвестинга. Адриан, а вот если в тебя... и ты будешь это знать, будут верить более 100 тысяч людей минимум и как максимум более 500 тысяч людей, что ты победишь. Вот ты прошел отборочные соревнования, и, соответственно, если действительно такая вера тебя будет подкреплять, он говорит, это неимоверно меня заряжает, и это новый этап моей жизни. Адриан скоро посетит научно-производственное конструкторское предприятие. Вы увидите после этого очень много интересного. И я думаю, что Адриан на чемпионате мира по натуральному бодибилдингу обязательно займет первое место, потому что, ну, скорее всего, иного произойти не должно и не может. Потому что все, кто попадает в Skyway, магическим образом их жизнь начинает преображаться, меняться и притягивается все только самое лучшее. Несмотря на то, что Skyway встречает противоречия, вместе мы достигнем успеха.
общаясь, говорит, ребята, если вы сделаете свою систему и да еще и уйдете от наличных денег, свою платежную систему, то кто же тогда будет деньги обналичивать, хлеба не будет. Я говорю, ну что, со временем когда-то и наркотики перестанут торговать, значит, кто-то тоже уйдет, вот кто-то без хлеба останется. Ну что, друзья, это, наверное, не наша проблема. Мы решаем другие задачи. Вот. Поэтому Алексей, видите, сейчас анонсировал уже несколько тем, которые мы будем представлять в Юрмале. Это Sky Fitness, вот, это Fitness Future, то есть это спорт будущего. Вот, и представляете, дальше будет как раз Адриан, это тоже наш теперь друг, товарищ, партнер, акционер, как, что еще можно сказать про это самое. И сейчас он вышел в отборочный тур именно чемпионата мира, где он будет не то что отстаивать, в прошлом году он был вице, то есть вторым, в этом году мы, конечно, будем за него болеть, может быть, даже прям поедем поддержать вот команды, поэтому, потому что это, скажем так, человек, который к Skyway и к Sky Fitness имеет самое ну, такое непосредственное отношение. Василий с Минским Силачом. Ну, Олег, тут нельзя его сравнивать. Дело в том, что это совсем другое направление. То есть, почему мы очень интересно и нашли, тут мне писали, что имбирный чай надо делать. Значит, мы вообще познакомились на словацкой конференции, где он привез, он один из его бизнесов, это создание такой настойки на имбире и на меде. Energy называется, и он как раз нам ее все показывал, презентовал. Его подруга Нина, она тренинг, она тоже первая красавица Словакии, значит, она именно тренингу по здоровому образу жизни там, и так далее. И вот мы, разговаривая и общаясь вот на словацкой конференции в Банско-Быстрице мы были где-то неделю две назад, и у нас постепенно родилась как бы такая идея, что за здоровый образ жизни, а Адриан это как раз то направление бодибилдинга, который идет без химии, то есть это не вот эти вот здоровые качки, куски мяса, которые на химии сидят, а именно тот, который без химии, то есть на натуральной. У них даже две федерации идут, одна это которая с химией, то есть там, где вот эти вот здоровые там, это, и вот это там направление, которое идет на естественных продуктах питания, которые именно естественные возможности организма показывает. И мы стали говорить о здоровом образе жизни, о здоровом. И родилась само собой концепция, я не буду сейчас, то есть все сейчас говорят с химией, нет, друзья, я с Адрианом лично знаком, я знаю, так сказать, как он делает, работает, и я могу сказать и могу утверждать, что без химии можно. Абсолютно точно можно утверждать, что без химии можно. Другое дело, что это другие затраты, другая работа, это совсем вот. Вас так смущает, почему так? Это вопрос не ко мне, который сейчас. Вот, поэтому это анонс идет работы, которая сейчас делается. Мы в Юрмале вам покажем уже, наверное, не послезавтра, а в субботу именно новый концепт именно нашего юнибайка. Вот, поэтому много что еще будет ожидать интересного и такого серьезного. Поэтому, друзья, давайте, подведя итог, значит, анонс ближайших мероприятий в субботу, в воскресенье у нас Юрмала, такая европейская конференция, где соберутся партнеры наши, в основном европейских стран. Вот, и будет презентация нового направления вообще Skyway. Дальше мы разъезжаемся, у меня будет презентация, как раз тут спрашивали в Перископе, для банкиров, которая соберется в Пальма-де-Майорке. Вот, я не знаю, удастся ли оттуда показать презентацию, потому что все-таки она такая полузакрытая. Там, если можно будет, я что-то включу. Если не получится, ну тогда дадим репортажи. Вот. Потом следующее мероприятие в ноябре у нас с Алексеем будет вот этот наш клуб инвесторов в Германии, который все постепенно набирает и набирает обороты. Вот, соответственно, и мы еще там будем работать с рядом разработчиков, которые сегодня работают в принципиально новой системе, это информационных технологий, то есть мы будем смотреть, как объединять как раз возможности и потребности, которые есть у Skyway, с тем, что дают вот сегодня новые разработчики. Причем интересно, что это из разработки оборонки Германии, то есть эти люди. Вот. И 29-го, там 28-го, 29-го, 30-го у нас будет большая делегация с Австралии.
Вот, приедет Род Хук, приедет вице-президент, ну, ведущий консультант, ведущий эксперт Аурикона, это инжиниринговая компания, которая является партнером нашей компании, которая сегодня, один из ее проектов, это проектирование самого высокого небоскреба в мире, в Абу-Даби. Там, по-моему, там уже более полутора, где-то там больше километра, это точно. Вот, соответственно, они будут рассматривать и уже проектировать непосредственно адресные проекты в Австралии, поэтому приезжает сенатор этого штата, поэтому приезжает вот уже ведущий специалист именно на работу. И мы это решили совместить с такой первой начальной стадии роуд-шоу, то есть когда мы собираем инвесторов, бизнесменов. Для меня это очень интересно тем, что у меня есть ряд банкиров, то есть, ну как ряд, два банкира, моих товарища, давние-давние, которые, я про них несколько раз говорил, которые один говорит, что вы на МКАДе там что-то строите, показываете, и другой говорил, что вы там никогда ничего не сделаете, это вы просто постановочные вещи делать. Ну вот я как раз их приглашаю для того, чтобы они приехали, посмотрели, вот что мы на МКАДе снимали, и вот в итоге, что реально получилось, и вот какие проекты мы сейчас рассказываем. Поэтому еще ряд инвесторов, которые ждали именно технологии демонстрации для того, чтобы увидеть, что это в реальности, для того, чтобы правильно принимать решения. Вот, поэтому у нас вот 28, 29, 30 будет такой, там будут делегации с Индии, с Филиппин, там. Ну, в общем, друзья, сейчас с Канады, с Америки, сейчас даже трудно все писать, потому что процесс такой живой. Более того, мы не делаем из этого какого-то супер-пупер мероприятия, это просто идет презентация нашим австралийским друзьям. Вот. А здесь мы говорим, кто хочет посмотреть технологии в действии, вот, соответственно, чтобы была возможность еще и посмотреть это все в действии и пообщаться таким внутренним кругом. Тогда мы пригласим обязательно наших первых инвесторов, которые инвестировали еще в 2014 году летом. У нас есть один инвестор, который инвестировал 100 тысяч долларов, 150 тысяч долларов. Друзья, это еще в июне 2014 года. Мы обязательно их позовем на это мероприятие, для того, чтобы они поприсутствовали, посмотрели, увидели своими глазами, что сделано, то есть пообщались уже с непосредственными заказчиками. Вот. Ну и дальше это как раз такое очень серьезное для нас первое мероприятие, когда мы делаем для такого рода акционеров, партнеров, потенциальных инвесторов такую презентацию. Дальше эти презентации у нас будут идти постоянными, то есть есть ряд инвесторов, для которых мы будем готовить индивидуальные такие работы, то есть это будет идти постоянно, и это как раз и заключается работа экотехнопарка, задача которых постоянно показывать, демонстрировать, отвечать на вопросы и, соответственно, привлекать заказчиков, инвесторов в дальнейшие адресные проекты. Тем более, что, как уже сегодня мы с вами четко показали, что нам есть что показать уже сейчас. Но опять же, друзья, чтобы вы понимали, это только первые небольшие шажки вообще входа на мировой рынок, вход на сегодня именно в индустриальную составляющую цивилизации технологии Skyway. И дальше то, что нас будет ожидать, и мы с вами будем видеть, предлагать и продвигать, это, друзья, конечно, несоизмеримо с тем, что есть. Но тем не менее, эти первые шаги, которые сейчас есть, они очень важные, они очень необходимы. Поэтому, если у кого-то есть, ну, там же пожелание, или это пригласить кого-то из своих там знакомых крупных инвесторов, или потенциальных крупных инвесторов, или тех, кто интересуется, но не верит и готов рассмотреть вопрос об инвестировании, приглашайте, делайте, мы абсолютно открыты, список открыт, то есть тем более, что это мероприятие будет абсолютно добровольное, все, зал у нас позволяет вместить там, ну, и 300, и 500 человек, поэтому я не думаю, что столько приедет, вот, поэтому мы рассчитываем все-таки на человек 20, 30, там, от силы 50, вот, такого рода инвесторов и партнеров, вот, ну, поэтому смотрите, сами решайте это, если будут предложения, заявки, выходите на меня, выходите на Алексея Суходоева, выходите на Виктора Бабурина, сбрасывайте заявки, будем рассматривать, и персонально каждому такому инвестору или потенциальному инвестору, кого бы вы хотели приглашить, будет личное приглашение от Антона Давыдовича Юницкого. Но опять же, если будем понимать, что это того стоит, а не просто очередной скептик, который приедет для того, чтобы пнуть и сказать, что это никогда у вас не получится. Вот, поэтому смотрите, это все-таки, друзья, уже определенная ответственность.
Вот. Ну что, друзья, будем тогда ждать дальнейшего развития событий. Они идут у нас, видите, в онлайне практически. Стройка идет, монтаж идет. Я думаю, что у нас каждый день будет теперь по новостям. Вот, соответственно, мы после Юрмалы еще готовим там ряд вам сюрпризов. Но, опять же, это относится к нам с Алексеем именно с точки зрения футурологии, потому что мы делаем эту концепцию, мы делаем это описание, мы делаем эту визуализацию, чтобы вы представляли, какое будущее вас ждет, как оно будет выглядеть, какие она будет давать интересные преимущества для того, как это будет время отличаться от того, что сегодня есть. Но мы все должны, друзья, привыкать... пишут бред ваша футурология. Ну, друзья, это ваше мнение, то есть я к этому отношусь абсолютно спокойнее, абсолютно спокойно, поэтому абсолютно верно, поживем, увидим. Вот, поэтому сегодня что мы призываем и говорим, что, друзья, мир изменился до неузнаваемости за последние 15 лет, его изменили инженеры, его изменила технология, его изменил научно-технический прогресс. И сегодня то, как мы живем, нельзя сравнивать. Не то, как мы жили 5, 10, 15, 20, 50 лет, соответственно, назад. Так вот, мы должны сейчас привыкнуть к мысли, и мы вам доводим сегодня уже практически решение, что в ближайшие 10-15 лет, да, я бы даже сказал 5-10-15 лет, мир изменится еще более радикально. А вот в какую сторону, кому от этого будет хуже, кому от этого будет лучше, это, друзья, уже покажет время, и каждый будет решать сам. Единственное, я могу сказать и для себя, и для своей семьи, и для своих детей, что то будущее, которое мы строим, то будущее, которое мы делаем, оно меня не пугает. Вот, это будущее, которое будет без войн, это будет с экологически чистыми продуктами, с чистым воздухом, с большим количеством творческой работы, которая обеспечит содержать землю. Это будет экология, где все необходимое, все грязное мы вынесем за пределы атмосферы. Это будет чистая, счастливая жизнь. И если кому-то она не нравится, друзья, то это ваше дело. Мне это будущее нравится. И ради того, чтобы его сделать, для этого работает инженер Юницкий, уже 40 лет, для этого работает команда Skyway, для этого работаем все мы, и я абсолютно уверен, что мы это будущее сделаем. А кто нас пугает пугалками о том, что завтра все будет плохо, роботы там нас всех сожрут, или мы думаем, это, друзья, просто те, кто не представляет о том, какое будущее нас ожидает. Это их проблема, друзья, пускай боятся. А мы будем строить то будущее, которое нас достойно, и то, которого мы достойны. Все, друзья, на этом будем заканчивать. Давайте, друзья, до новых встреч. Вечером у нас, как всегда, по плану вебинар в 19 и в 20 часов. Поэтому, друзья... Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Вы уже посмотрели две передачи с нашим знаменитым футурологом, экономистом и политиком Сергеем Анатольевичем Сибиряковым. Сегодня мы продолжаем наш разговор. В прошедшей передаче мы анонсировали тему сегодняшней беседы. Это появившаяся или появляющаяся, даже разрабатываемая, в данный момент где-то с вашим участием тема новой терминологии небесных дорог Skywave, а также очень много приходит от вас вопросов с просьбой разъяснить, как же будет функционировать система Transnet в будущем. Сергей Анатольевич, давайте начнем, наверное, сначала с терминологии. Мы этим закончили прошлую передачу, давайте сегодняшнюю с этого и начнем. Какие Skyway знают все, небесные дороги или небесный путь. Что-то там звучало, Unibox, Sky Station, Skyport. Вы объясните, пожалуйста, какие появились термины и что все они обозначают? Ну, давайте пока... Мне как лингвисту это особенно интересно. Немножко из истории все-таки, как появился Skyway. Это когда в 2001 году был построен первый стенд, первый полигон, и ЗИЛ на фоне, ЗИЛ-131 на фоне облаков
ездил, и просто сам собой родился термин Skyway, потому что когда смотришь ажурную путевую структуру и ЗИЛ на фоне облаков, то таким образом это, и, то есть я хочу сказать, что термин Skyway родился сам собой, не потому что его не придумал. Его никто не придумал, просто глядя на эту фотографию ЗИЛа на фоне облаков. А английский язык для всех был родным, поэтому родилось. Вот до этого все-таки бренд был именно струнные технологии, STU, STS, то есть струнная транспортная система или струнный транспорт Юницкого. И, в общем-то, почти 35 лет это было так, вот именно брендировано под STS, STU. Вот. И только вот уже буквально, сейчас скажу, наверное, в 2013 году Юницкий ввел вот этот термин Skyway. И он настолько, вот он мне когда первый раз произнес, ну, как он на мне обкатывал, что вот как термин Skyway, я сразу говорю, Антон Эдуардович, это 100% то, что приживется, и сейчас практика показывает, это действительно уже понятие, которое понимается и принимается всем сообществом мировым. Вот. А дальше уже, исходя из этого, термин Transnet возник несколько раньше. Термин Transnet мы ввели, это уже именно наша школа, основанная на инженерных разработках Юницкого, инженера Юницкого, мы ввели это понятие первый раз в 2008 году на Питерском экономическом форуме, когда был именно доклад на большой сессии по транспортным коммуникациям. И вот я тогда первый раз ввел вот наше такое общее консолидированное понятие Transnet. Но сразу забегая несколько вперед, могу сказать, что Transnet оформился и стал понятен только сейчас. Вот буквально вот он сейчас подходит именно к своему наполнению, и как именно коммуникационная система. В первой передаче мы подробно этого вопроса коснулись, да. Это... Но сейчас я могу сказать, что... Еще что-то изменилось? Да, ситуация развивается настолько быстро и настолько, что именно... Будущее приближается стремительно. Еще даже быстрее, чем вы можете себе представить. Вот, поэтому Transnet, теперь, если говорить уже агрегированное понятие, что такое интернет Transnet. Интернет дал возможность при открытии ноутбука или смартфона войти в информационное поле и получать информацию. Раньше для того, чтобы получать информацию, надо было делать какие-то действия. Куда-то идти, что-то заказывать, журналы, книги и так далее, и так далее. Интернет позволил быть в информационном поле, просто включая электронное устройство. И таким образом мы сегодня через смартфоны, через приложения, через единую информационную сеть, мы все находимся в едином информационном пространстве. И определяется тем, что какой уровень сигнала, какая скорость интернета сегодня. Вот, и здесь я люблю. А не придем мы все к тому, что человек со временем превратится в одну большую голову, и у него будет один палец, чтобы нажимать? Вот здесь я могу сказать, все эти пугалки, это, так сказать, как, ну, так же, как когда начался интернет, то все пугали, что будет чип в голове, что будет, так сказать. А пришли к тому, что у каждого в кармане находится смартфон, и, по сути дела, ноутбук, который его дополняет. И в голове нет ничего, ни чипа, ничего другого, да? Да, то есть этого вполне достаточно, чтобы быть в информационном пространстве. И очень сложно, я много привожу этот пример, очень сложно отвечать на вопрос моего 7-летнего сынишки, который приходит спрашивать: папа, а какой у тебя в детстве был интернет? Ответить ему на этот вопрос просто невозможно, потому что не в школе, не в институте, не в аспирантуре, не в докторантуре я еще понятия такого еще не знал, и интернет только-только тогда зарождался. Так надо было сказать, это у тебя, сынок, интер есть, а у меня как раз интер нет. Да. Абсолютно. Так вот, сейчас, чтобы вы понимали, что такое Transnet, к чему мы сейчас подошли, что когда, находясь на своем рабочем месте, находясь в своем пространстве, вы также можете, не вставая с места, не снимая своих тапочек, или если вы сидите босиком, как любит говорить Анатолий Эдуардович Юницкий, вы можете перемещаться из любой точки в любую точку. Естественно, вот это как раз футурология, это несколько будущее. Потому что сейчас начнет формироваться сначала конкретные линии, конкретные трассы из одной точки в другую. Потом начнутся перевозиться конкретные грузы из одной точки. Но со временем формирование этой сети, она будет объединяться в единую транспортную систему. И вот почему я говорил, что Transnet именно термин как появился в 2008 году, а сегодня он только оформился технологически именно с появлением, как это ни странно, нашего любимого сначала Юнибайка. Сначала это был как велоэлектромобиль, потом как электромобиль второго уровня, потом как прогулочно-транспортная система, потом как легкий городской транспорт, это его несколько такая трансформация. Ну а то, что с ним произошло вот за последние, скажем так, 3 недели, это вообще уже трудно описать, во что начал превращаться наш Юнибайк, который сейчас... Когда он обрел, как говорится, плоть и кровь. Плоть и кровь, да. То оказалось, что сегодня основная проблема создания искусственного интеллекта, который создает, ну, основные центры интеллектуальные, это IBM, который создает сегодня Винс, это Google, который сегодня работает, это и Facebook, и Microsoft, сегодня все основные
производители именно такой интеллектуальной продукции озабочены тем, как собрать и сделать человек, скажем так, помощника, и как коммуницировать человеку с информационным полем. То есть нужен определенный агрегатор, как его сейчас называют, искусственный интеллект. И уже, ну, скажем так, опытные образцы работают, я уже говорил, это в юридической сфере, в медицинской дают поразительные результаты. Это персональный помощник, когда человек с голоса дает команду сети, через свой компьютер подбирается информация, и он начинает в удобной для него форме пользоваться этой информацией. Но есть две очень серьезные проблемы, которые решают все эти производители. Первое – это сегодня большой объем памяти, большой объем аккумуляторов, использованный для этой передачи. То есть сегодня, ну, IBM делает такой компьютер, он весит там около 10 килограмм. Это не очень удобно с точки зрения функциональности. И второй, когда это можно делать только в персональном пространстве, если вы с голосом работаете с информацией. То есть если вы задаете вопрос и получаете ответ, а при этом рядом находятся десятки людей, то это не очень удобно. Значит, это либо должно быть в наушниках с индивидуальным экраном, что также усложняет работу. Вот. И здесь как-то оказалось, что наш Unibike, он решает эти вопросы, потому что это индивидуальное пространство. Это закрытое пространство, изолируемое от всего внешнего мира, и поэтому внутри, поставив бортовой компьютер, а мы его можем поставить любым весом, значит, соответственно, любой мощностью, соответственно, создав аудио и видео бортовую систему, адаптированную под вас, тоже с очень мощными свойствами, то таким образом мы, получается, что мы, наш Unibike, даем ему функцию искусственного интеллекта. И таким образом вы с голоса, находясь в Unibike, можете взаимодействовать с информационной средой. И это уже вышло за пределы просто Unibike. Ну, мы уже в прошлой передаче с вами коснулись того, что Unibike, который оснащен искусственным интеллектом, экосистемой, уже мы называем Unibox. Да, давайте это... вот рассмотрим другие термины, которые мы обещали. Значит, вот что еще? Заканчивая с интеллектуальной системой, значит, естественно, она имеет имя, и в нашем каждом Unibox. Жить Юник. То есть Юник — это как раз ваш персональный коммуникатор, который работает с информационной средой. И вы с голосом можете давать любые команды, он будет их выполнять, он будет выполнять... Кофе он, будет варить? Я думаю, что в принципе эта машина может и варить кофе, то есть ничего здесь сложного самое нет. Самое главное. Вот, и еще будет выполнять очень-очень много функций, которые сегодня мы даже не можем предположить. Поэтому то есть вот мы тоже об этом говорили в прошлых передачах, что мы начинаем втягивать все научные изобретения абсолютно во всех отраслях. Это и новые материалы, и новые технические решения, и, соответственно, новые интеллектуальные решения. Все, что будет лучше и мощнее возникать, это все будет в себя втягивать наш Unibox. Теперь дальше, вот почему Transnet оформился именно сегодня. Что Transnet становится модульным перемещением. То есть вот этот модуль, как мы его назвали, Mobile Personal Space, то есть мобильное персональное пространство или Unibox, он начинается перемещаться, когда к нему прикреплен съемный мобильный блок, то есть в котором стоит два двигателя, аккумулятор. Значит, он как самостоятельное транспортное средство. Но если необходимо двигаться со скоростью 500 км в час, то, соответственно, он уже вмещается в другой контейнер, в другой бокс. То есть это, как мы его называем, Unilux или скоростной Unibus. Вот он указан, пожалуйста. И там по системе может ставиться уже вот скоростной Unibus. И там может ставиться 2, 4, 6, 50, 100 таких блоков. Это ваше персональное купе. И вы уже с большой скоростью перемещаетесь. Это. То есть таким образом возникает вот еще одна концепция именно Transnet как модульного перемещения. Это может быть грузовой контейнер, он может везти груз, он может везти воду, он может везти лед. Но это вся система, которая идет по одной логике, по одной системе. И что самое главное, почему я говорил, что именно это увязало в Transnet. В какой части мира сейчас бы не строилась легкая трасса, она через систему наших Sky Station, то есть Sky станции пересадки, может быть включена в общую сеть. И поэтому мы сейчас создали предпосылки. То есть путевая структура, она... Везде будет одинаковая. Унифицирована, скажем так. И как раз унифицированный блок... В нашей терминологии, наверное, юнифицированный. Да, юнифицированный. И, соответственно, вот это сейчас... Дальше вот то, что мы остановились в прошлый раз, это Sky Station, то есть это там, где происходит пересадка, и там, где... Это мы продолжаем термины, да, рассматривать? Там, где происходит состыковка, где ваш персональный Unibox может уже ставиться в скоростную платформу,
И тогда он становится уже общественным транспортным средством. Да, и тогда это уже общественный транспорт. Вы перемещаетесь со скоростью 500 км в час в любую точку, куда доходит на тот момент путевая структура. Дальше, там, где есть легкая система, значит, вы ставите, опять подключаясь к мобильному съемному блоку, вы можете перемещаться по струне.